Всем привет, ребята, с вами я, Ворончик Топчик, и сегодня мы будем играть в игру Бравл Старс. И, кстати, ребят, если вы хотите, чтобы я продолжал снимать Бравл Старс, то вам нужно на меня подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик и написать коммент. Если что, я комменты читаю. Ну, мы пошли в бой. Подписывайтесь на меня. Давайте наберем уже хотя бы 5 подписчиков. Ни одного подписчика не хватает. Потому что на меня никто не подписывается. Давайте. Пожалуйста. Блин. Проиграли. В принципе, ничего. Я уже давно не заходил в Бравл Старс. Надо бойца взять. Например, Шелли. У меня она на 8-й. Ну я вернулся. Блин, почему я сюда накончаю? Давайте выйдем с этой команды, в принципе. Давайте парное столкновение. Мы должны выиграть, потому что будет как-то обидно, если мы проиграем. Ну, падает. Ниту надо как... Уже не надо. Почему так Бравл подлагивает? Так. Блин, Дарил. Плохо. Хоть бы они меня не убили. У меня, слава богу, есть ульта. Это мне как-то поможет. Ё-мо. Там джин и коктейль. Вы видели? Я его подожду, короче. Я заберу это. О, принц. Ой. Что это такое? Ой, нет. Нет. Блин. Хоть бы нам выжить. Будет обидно. Кстати, дайте мне коктейль. Ну, хай ей будет. Пусть будет Пайпер. Просто 12 банок. Это же разнос сразу. Блин! Ничего, топ-2. Это хорошее место. Так. Кстати, еще завтра выходит видео по Бравл Старсу на моем канале. Еще завтра будет видео по Бравл Старсу. Там постоянно будет. В принципе.
Мне он, в принципе, эта игра не надоела. Так. И, кстати, ребятки, напишите в комментариях, нравится ли вам эта игра. Мне, я скажу правду, мне она нравится. Очень нравится эта игра. Я в нее уже давно играю. Ну, не так давно. Ну, 7 месяцев точно. Даже, может, больше. Ну, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на меня. И не забывайте про колокольчик. И, кстати, давайте добьем уже 5 подписчиков. Пожалуйста. Ну, с вами был я, Ворончик Топчик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока, ребятки.